Друзья, я вас приветствую на своем канале «Все лучшее о Греции». С вами я, Ирина. Сегодня мы приехали на один из лучших пляжей Греции. Называется Мелопотамос. Это территория, где можно припарковаться. И выше. Мы приезжаем сюда рано, потому что позже не будет паркинга. Расположено у подножья горного массива Пилион. Здесь находится очень хороший ресторанчик, в котором предлагаются как и морепродукты, так и мясные разные блюда. Кофе, чай и так далее. На обратном пути мы тут пообедаем. Такое. Эти пляжи дикие, но Мелопотамос оборудован лежаками, зонтиками, есть переодевалки, душ. Но стоимость двух лежаков 10 евро. Здесь не бесплатно, потому что труднодоступная зона. К пляжу надо спускаться, потрудиться. Тоже это кафе, попить кофе. Сейчас мы будем тут спускаться. Спускаемся в Мелопотамос. Очень сильный ветер, поэтому я не комментирую. Можно так где-нибудь посидеть, попить кофе, чай.
белый песок и разноцветная галька. Здесь можно и кофе попить, и туалет есть. Пляж постоянно награждается голубым флагом, подтверждающим его чистоту. По сути, это двойной пляж, разделенный на две части огромной скалой с отверстием галереи по ее центру. Скала защищает от ветра и дарит спасательную тень. Можно бесплатно в тенечке найти место. Мы расположились на лежаках. Сейчас сделаю короткий обзор пляжа. Вон Коста с маской. Делает подводную съемку. Я тоже ее включу в репортаж. Это дети наших друзей. Здесь очень красивая галька, камушки разноцветные. Посмотрите на эту воду. Это кафе наверху, там же и туалет, это охраняют спасатели. Вот тут же есть душ, вот там он. И переодевалки. Здесь есть и более крупные камни. Проход в скале на другой пляж. И внизу можно проплыть так экзотически. Вот скалолазанием занимаются. Марк, ты с крокодилом? Марк, ты прячешь?
Я пойду в кафе. Пока плавала, Костас пьет кофе. Такой вид отсюда. Мелопотамус. Вот мы шли оттуда, спускались. А есть еще одна дорожка. Вот здесь. Она более короткая, но менее живописная. А это вот мы идем наверх, с другой стороны, если спуститься от ресторана. Такой совсем дикий пляж. Как бы и тут дикий, но там немножко оккультурили, а здесь ничего не оккультурено. Вот мы пришли на вот это место, где лавочку поставили. Да, там дикий совсем. Пришли покушать. Хорошо. Фрешко аэрос, свежий воздух здесь. Сейчас мы тут покушаем. Вот этот второй дикий пляж. Мы пришли. Уже подали греческий салатик. Хлеба на дали очень большую порцию, да? Хлеба и зрелище. Да. Красиво здесь. Ждем еду. Стали еду приносить. Это отбивная на кости с картошкой. Марк, вкусно? Ну, отлично кушали. Бифштексы. Мясные котлеты. Очень хорошие. Мы все сегодня заказали бифштексы. Рубленые котлеты с картофелем фри. Ну, картофель они сами тут чистят. Все, приятного аппетита. Спасибо. Калиорексе.